Всем привет! В 60-е годы малогабаритные транзисторные приемники стали очень популярны. В нашей стране выпускалось много разных моделей таких приемников, причем по качеству они были на уровне лучших мировых образцов. Япония всех обогнала потом, в 70-х, 80-х годах, а тогда, в 60-х, наши приемники были очень неплохие. Обычно такие приемники работали в диапазонах длинных и средних волн, и уже тогда, в 60-е годы, они могли иметь очень маленькие размеры и по полному праву называться карманами, потому что такой приемник можно было положить в карман, даже в нагрудный карман рубашки. Но вот был один приемник, который назывался «Орбита», он имел точно так же очень маленькие размеры, но при этом работал в коротковолновом диапазоне, и это достаточно редкое явление для малогабаритных карманных приемников 60-х годов. Выпускался этот приемник, начиная с 1965 года на Рижском заводе имени Александра Степановича Попова. При таких маленьких размерах и весе всего 340 грамм без источника питания, он работает в диапазонах средних волн и в диапазоне коротких волн. На задней стенке корпуса приемника есть переключатель на два положения, такой же, как обычно и бывал у малогабаритных приемников, только вместо длинных волн здесь короткие волны, получается КВ и средние волны. Конечно, коротковолновый диапазон в этом приемнике, можно сказать, обзорный. То есть он перекрывает одним под диапазоном частоты от 3,9 МГц до 12,2. То есть основные все КВ-диапазоны от 75 метров до 25 метров. На шкалу настройки нанесены значения в мегагерцах для коротковолнового диапазона или в сотнях килогерц для средневолнового. Но помимо этого, также в коротковолновом диапазоне отмечены еще места, где находятся основные вещательные диапазоны. 75 метров, 49, 41, 25 метров. В общем-то, в принципе, разобраться можно, где какой КВ-диапазон. Была еще версия приемника со смещенным вверх коротковолновым диапазоном. Он работал от частоты 5,95 МГц до частоты 15 с копейками. То есть перекрывал еще два высокочастотных КВ-диапазона 22 метра и 19 метров. Видимо, такая версия выпускалась для продажи на экспорт. Но даже в неэкспортном варианте приемника все надписи на корпусе были выполнены на английском языке. И само название «Орбита». И на задней стенке корпуса отмечено место для подключения наушник или же ручки органов управления, настройка, громкость. Все это написано тоже на английском языке. Естественно, написано Made in USSR тоже на английском языке. И есть винт для того, чтобы открывать заднюю крышку корпуса. И около него даже надписи Open Close тоже все на английском. Хотя это совершенно не экспортный вариант. В таком виде приемник продавался у нас в стране. По размерам радиоприемник «Орбита» даже немного меньше, чем радиоприемник «Сокол» того же времени выпуска, о котором я вам уже рассказывал. Но при этом «Орбита» работает аж в коротковолновом диапазоне. Для настройки на частоту в нем применяется устройство замедления, то есть верньер, и поэтому плавность настройки в КВ-диапазоне ну хоть как-то выше. Например, в «Соколе», в средневолновом, устройства замедления, можно сказать, нет, и ручка настройки непосредственно на оси конденсатора переменной емкости находится. Здесь это не так, здесь все-таки вращение с ручки настройки передается на ось конденсатора переменной емкости со значительным замедлением, чтобы в таком коротковолновом диапазоне с таким огромным перекрытием можно было настроиться более-менее на какую-нибудь станцию. Но все равно точность настройки очень-очень резкая, и в районе там 12 МГц на какую-то станцию настроиться достаточно сложно, но в принципе можно.
В то время было много разных малогабаритных транзисторных КВ-приемников, но этот по-своему, по многим параметрам, по многим особенностям уникален. Прием в кратковолновом диапазоне в этом приемнике ведется на встроенную ферритовую магнитную антенну, на такую же, на какую обычный прием ведется в длинноволновом и средневолновом диапазонах. А в КВ обычно используется штыревая антенна, телескопическая или какие-то внешние антенны. В этом же приемнике возможности подключения внешней антенны нет, разъема для подключения внешней антенны нет, и прием возможен только на ферритовую встроенную магнитную антенну в КВ-диапазоне, в таком широченном, от 4 до 12 МГц. Антенна эта выполнена на ферритовом штыре с магнитной проницаемостью 150 ВЧ, то есть в обычных приемниках длинных средних волн использовались совершенно другие ферритовые стержни с проницаемостью 400 или 600, а здесь используется более высокочастотный феррит с проницаемостью 150. Это достаточно редкое явление для бытовых вещательных малогабаритных приемников, но здесь это сделано именно так. Еще в этом приемнике применяется достаточно редкое для того времени питание. Обычно малогабаритные приемники, упомянутые мной уже «Сокол» или какая-нибудь «Селга» или еще что-нибудь, питались от 9 вольт от батарейки «Крона», ну или от аккумулятора 7D01. Приемник «Орбита» питается от 6 вольт, а не от 9. И в нем применяется батарейный отсек, батарейный блок на 4 батарейки размером 316, которые сейчас мы привыкли называть двумя буквами «А». То есть этот приемник еще и с непривычным, необычным питанием. Причем мне такое питание нравится гораздо больше, чем 9-вольтовое, потому что 4 элемента 316 имеют большую емкость, чем батарейка «Крона». И приемник с таким питанием от одного комплекта батареи может работать дольше. Потребляет этот приемник в дежурном режиме, когда отсутствует громкость, так скажем, около 9 мА. И это очень экономичный ток. Как обычно, органов управления 2. Это регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания, и ручка настройки. Расположены они на одной правой боковой стенке. В ней есть два плоских отверстия, через которые выступают эти две ручки. То есть можно, держа этот приемник в руке, одним пальцем настраивать то громкость, то частоту. Корпус приемника состоит из трех частей. Передней панели, на которой расположена шкала настройки с логотипом Рижского радиозавода, надпись «Орбита», средней части корпуса и задней крышки. Передняя и задняя крышки обычно были белого цвета, а вот эта средняя часть могла быть разного цвета, могла быть вот такая вот зеленая или черная, или еще какие-то варианты. Задняя крышка крепится одним единственным винтом достаточно крупного размера для того, чтобы его удобно было отвинчивать пользователю. Этот винт мы должны отвинтить, чтобы снять заднюю крышку и установить батарейки в батарейный отсек. То есть отдельной крышки батарейного отсека у этого приемника нет. Так бывало достаточно нечасто, но вот у этого приемника сделано именно так. То есть пользователь для того, чтобы установить батарейку, попадает внутрь всей конструкции, ему доступна сразу печатная плата со всеми элементами. То есть, в принципе, он может по незнанию или по неаккуратности что-то здесь повредить. Но вот были такие приемники с открывающейся всей задней крышкой. В том числе были такие приемники у зарубежных производителей. Так что это, в общем-то, обычное явление для того времени. По маркировке компонентов видим, что этот экземпляр приемника как раз того самого 1965 года, начиная с которого они и производились, эти приемники «Орбита». Видно год на регуляторе громкости на переменном резисторе, на транзисторах. Ну, еще видно, конечно, сам весь монтаж этого приемника. Интересно, что здесь применены достаточно малогабаритные детали. Транзисторы GT-309 и GT-109, они по размерам гораздо меньше, чем всякие P-423 или MP-41. Но в выходном каскаде, в двухтактном выходном каскаде усилителей мощности низкой частоты, все-таки применены транзисторы P-41, так как они более мощные, чем GT-109. И для того, чтобы обеспечить выходную мощность 100 мВт, использованы вот такие транзисторы.
Кроме этого, также здесь мы видим другие детали, малогабаритные резисторы OLM-0125, конденсаторы K10-7V, которые очень часто встречались в бытовой аппаратуре того времени и следующих пары десятилетий. Но, что самое удивительное, здесь еще много установлено конденсаторов KM5B синего цвета. Во-первых, само по себе конденсаторы КМ в бытовой технике встречались нечасто, так как они очень качественные, дорогие и используются в основном для техники специализированного назначения, а не бытовой. Так мало того, они здесь еще и синего цвета. Синие встречались они редко, были обычно зеленые. И хорошо, что цветметчики, которые перепортили огромное количество разной аппаратуры, не добрались до этого приемника, и отсюда эти КМ-ки не повыдергали. Приемник сохранился в том виде, в каком он был произведен в 1965 году, и это прекрасно. Контурные катушки фильтров ПЧ и гетеродина тоже выполнены на очень маленьких каркасах, еще и в металлических экранах. В общем, все здесь малогабаритное, не зря приемник получился такой очень-очень маленький. Видно тот самый ферритовый стержень с двумя катушками для средневолнового и для коротковолнового диапазона. Коротковолновая катушка намотана достаточно толстым проводом с принудительным шагом намотки. Удивительное зрелище наблюдать такую катушку на ферритовом стержень в бытовом вещательном приемнике. Обычно так не бывает, обычно длинные средние волны, а здесь вот такая коротковолновая катушка на ферритовом стержне. Ну что же, основные детали рассмотрели. Теперь несколько слов о схемотехнике этого приемника. Конечно же, это супергетеродин с одним преобразованием частоты. ПЧ равна 465 кГц. Смеситель с совмещенным гетеродином на транзисторе ГТ-309. Связь смесителя с ферритовой магнитной антенной индуктивная, то есть помимо контурных катушек на ферритовом стержне намотаны еще катушки связи. Для сигнала транзистор смесителя включен по схеме с общим эмиттером, для гетеродина он включен по схеме с общей базой. Но в КВ-диапазоне применена еще связь гетеродинного контура с базой транзистора для компенсации противофазным сигналом связи антенного контура с гетеродинным. Уровень этого противофазного сигнала устанавливается отдельным дополнительным подстроечным конденсатором на печатной плате. В схеме применен стабилизатор напряжения на транзисторе ГТ-109 и диоде D101. И от этого стабилизатора полностью питается этот самый смеситель с совмещенным гетеродином. И от этого же стабилизатора подается у нас смещение на два каскада усилителя промежуточной частоты. Аналогичный по схеме стабилизатор применяется в приемниках спидола того же времени выпуска. Но кроме этого стабилизатора, в общем-то, ничего общего этот приемник больше со спидолами не имеет. За исключением того, что ПЧ тоже 465 кГц. Смеситель нагружен на двухконтурный полосовой фильтр, после которого стоит два каскада усиления промежуточной частоты на транзисторах ГТ-309, оба эти каскада с резонансной нагрузкой, и также в этих каскадах применяется нейтрализация нежелательной обратной связи. После второго каскада усилителя промежуточной частоты применен детектор амплитудный на диоде D9. Постоянная составляющая с выхода детектора воздействует на смещение первого каскада УПЧ для работы системы АРУ. Больше АРУ не воздействует ни на какие другие каскады. Усилитель низкой частоты трехкаскадный, как обычно в приемниках того времени, с двухтактным трансформаторным выходным каскадом. Два предварительных каскада выполнены по схеме с непосредственной связью на транзисторах ГТ-109, а вот выходные, как я вам уже говорил, P41, так как они имеют большую мощность, чем малогабаритные малюсенькие транзисторы ГТ-109. Теж сьогодні у півфіналу Євро-2024 вони з рахунком 3-0. Румунська збірна, яку прозвали поколінням душі, пішла з високо піднятими головами. Вот такой вот чем-то очень необычный приемник, малогабаритный и с коротковолновым диапазоном.
Избирательность по зеркальному каналу в коротковолновом диапазоне у этого приемника всего 10 дБ. То есть, представляете, по зеркалке он принимает с ослаблением 10 дБ. То есть, почти так же, как и по основному каналу. Почему так? Потому что ПЧ низкая, а по входу используется один единственный контур перестраиваемый. Это контур ферритовой антенны, который имеет достаточно широкую полосу пропускания, и поэтому такое небольшое ослабление чувствительности по зеркальному каналу. Был еще приемник Орбита 2. По параметрам и схеме очень похожий на этот приемник Орбита. Выпускался он позже, и расскажу я вам о нем отдельно потом. В различных статьях, в том числе того времени, 60-х, 70-х годов, про этот приемник говорится, что он имеет очень высокую чувствительность и другие параметры хорошие. Но чувствительность его несравнима с другими КВ-приемниками того времени, полноразмерными, спидолами, ВЭФами, океанами, так как для работы в КВ-диапазоне нужна немножко другая схемотехника, а не как в средневолновых малогабаритных карманных приемниках. И, например, в той же самой спидоле самых первых версий, которая выпускалась чуть ли не раньше этого приемника, в начале 60-х годов, во-первых, применен смеситель с отдельным гетеродином, а не совмещенным, как здесь, что позволило самому смесителю работать в более оптимальном режиме для смесителя. Во-вторых, применен там четырехконтурный фильтр средоточной селекции, то есть полосовик в тракте ПЧ, а не двухконтурный, как в орбите. В-третьих, в той самой первой спидоле, даже самой первой, применено три каскада усилений ПЧ, три каскада резонансных, а не два, как здесь. Поэтому чувствительность, конечно, у спидолы на КВ гораздо выше. Плюс к тому, там растянутые КВ-диапазоны. И что самое главное, здесь в орбите применяется встроенная ферритовая магнитная антенна в КВ-диапазоне, а эффективность ее очень-очень невысокая. И здесь нет возможности подключить внешнюю антенну, нет встроенной телескопической антенны, ну корпус очень маленький, не поместилось. Поэтому на КВ чувствительность его никакая. Не потому, что он состарился и какие-нибудь там детали состарились, емкости электролитические или еще что-то, а просто потому, что вот при такой схемотехнике на КВ чувствительность получается не очень хорошая. На средних волнах он работает прекрасно, как и другие малогабаритные средневолновые вещательные приемники. Но все же, по-своему, этот приемник очень интересен и во многом он уникален. Я вам кратко напомню еще раз, чем он уникален. Малогабаритный карманный приемник с переключателем на два положения, с переключателем диапазонов. Но положения эти не длинные средние волны, а средние короткие. И, честно говоря, я длинные волны почти никогда не слушал, потому что вещание даже тогда, в советское время, там было немного. И слышно его было не очень хорошо из-за всяких разных помех, например, даже от телевизора, работающего в соседнем доме. А средние волны и короткие – это гораздо интереснее. Так что приемник маленький, но с коротковолновым диапазоном. Во-вторых, уникальность его в том, что питание все-таки 6 вольт, 4 батарейки 316, а не 9-вольтовая крона. В-третьих, ферритовая магнитная антенна на КВ-диапазоне – это вообще редкость. Точно уникальный приемник по этому параметру. Ну и конденсаторы КМ в бытовой технике – это тоже прекрасно. Еще и синего цвета, редкие КМ-ки, не зеленые. В общем, вот такой интересный приемник «Орбита».
Прекрасно, что он сохранился с того самого 65-го года до нашего времени в неизменном рабочем состоянии. Детали все на месте, штатные, родные. Все работает, все функционирует, ничего не требует ремонта. Единственное, здесь одна есть деталь, не очень оригинальная, не знаю, заметили вы или нет. Это стрелка настройки на шкале. По-моему, она немножко не оригинальная, но это не важно. Важно, что приемник этот внешний соответствует тому самому 65-му году. И по схеме, по деталям, по компонентам он тоже соответствует. На транзисторах стоит 65-й год, на GT-309, GT-109. Это здорово, это интересно. Мы с вами прикоснулись к технике того времени. Уже прошло много десятилетий, а приемник все работает. Интересно также, что он имеет очень маленькие размеры, и видно, что разработчики постарались применить как можно более малогабаритные детали, компоненты, и конденсаторы, и резисторы, и транзисторы, все очень маленькое, все скомпоновано очень мелко, но при этом все, так сказать, тех самых деталей 60-х годов. Спасибо вам, что смотрели это видео. Напоминаю, что у меня на канале есть плейлисты, в том числе есть плейлист «Старое радио», в котором вы можете посмотреть другие выпуски из этой серии. Ну и напоминаю, что мой канал выходит на разных интернет-площадках. YouTube, Яндекс.Дзен, есть группа ВКонтакте. Даже канал выходит на Рутуб, на котором его мало кто смотрит. Есть телеграм-канал и страница с дополнительными материалами на сайте Boosty и в отдельном телеграм-канале. Большое спасибо всем тем, кто подписывается на эти ресурсы. Всем пока!